Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из... Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из... Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из... Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Состав гостевой команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. В последнее время очень остро стоит вопрос современного футбола в кругах болельщиков. Да, их можно понять, потому что многие ценности игры забыты, к сожалению. Некоторые игроки сами провоцируют на такое отношение к ним. Незадолго до чемпионата мира по футболу 66 года в Англии главный его трофей был украден с публичного показа. К поискам подключили полицию из Скотланд-Ярда, но обнаружили кубок через 7 дней в зарослях кустарника одного из лондонских садов. Благодаря собаке по кличке Пиклз, гулявшей там с хозяином. Да, и после победы на чемпионате сборной Англии собака даже была приглашена на банкет и получила право облизать тарелки футболистов. Вперед!